Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, заберем свои награды и посмотрим, куда меня сбросили. Слушай, Лига Сёгунов 2 звезды, в принципе, я думал, будет хуже за 2 дня, которые я не играл. Поэтому мы, наверное, с лихвой сейчас все, ребята, поправим. Так, 55 уровень наших противников, и выбираем мы... 55-й, да? Блин, не пойдет. Я думал на равных сыграть с ними, но как бы не так, потому что я могу там озвездюлиться, будь здоров. Давай попробуем взять Кунаичи. Вот. Посмотрим, как она здесь жахнет по ним. Майки меня, конечно, смущает очень сильно. Слушай, ну у него инициатива не переплевывает мою Кунаичи, так что... На изи разобрал. Так, ладно. Разобрали мы на изи. Погнали тогда дальше. У нас 53-я позиция. 53-я. В комментариях писали: Рэй, проходи события. Ребят, ну зачем события проходить, если мы уже там все получили, что можно. Всех персонажей, которых нам давали за события, все сколки мы получили. Я просто не вижу смысла проходить их, друзья. Это лишняя трата времени. Смысл? Ну серьезно, мы же проходили, мы же уже все это, ребята, с вами заюзали. У нас вот остается только арена, я вам объяснил, почему арена именно. Нам нужны осколки платиновые. И иногда мы проходим еще еженедельные события, не ежедневки, которые идут, а которые идут, начиная с пятницы. Вот, но опять же мы проходим их для чего? Чтобы получить нужные нам элементы для прокачки скиллов у персонажей. В принципе, и все. Больше там, в принципе, нам ничего и не надо. Так, слушай, 41-я позиция уже дают 16-21. Я возьму здесь Подожди, а Донателло? Донателло один справится. Давай возьмем Майки на всякий случай. Блин, а у них уже уровень-то, смотри какой. Ё-моё. Ладно. Я надеюсь, что Донателло хорошо здесь звезданет по ним. Ну, хотя бы половину хп отнимет. Плюс мы сделаем с тобой уклонение от Микеланджело, чтобы, если что-то пойдет не так, по нам не так сильно попало. Твою налево. Так, ну тогда придется нам вырубать морозилку, потому что она, ребят, будет Нет, только не это. Твою налево. Ребят, чего я боялся, то и получилось. Надежда вся на уклонение. Посмотри, что, ты посмотри, что творит. Так, Хан получил. Хан получил. Давай, наверное, хильнемся. Так, а дальше что? Иммунитет? Иммунитет, я думаю, нам здесь не поможет иммунитет. Блин, а что делать-то? Ну, давай так попробуем с базуки. Смех. У нас нету больше массовых атак, друзья мои. У нас больше нет массовых атак. Применять хил. Я не вижу смысла. Давай, наверное, сделаем вот так все-таки. Так, минус морозилка. А, дебаф, у них же защита стоит. Рэй, ну ты... Ну ты даешь, а. Блин, кого вырубить-то? Ну давай попробуем, наверное, Бакстера все-таки. Хотя первым ходит Бибоп. Сейчас что-то будет неприятное. По-моему, Хану конец. По-моему, ребята, Хану будет сейчас конец. Бакстер Стокман что-нибудь, да, сделает плохое. Вызовет либо Маузеров сейчас, либо еще что-нибудь. Нет, он просто добил. А мне не хватило совсем, друзья мои, чуть-чуть. Я пожалел хил от Майки. Я надеялся вот именно на двойную атаку. Но, видишь, ничего не получилось. Такс, ладно. Блин, одного бойца... Ладно, если мы одного бойца потеряем. А если мы сейчас еще потеряем остальных, это будет вообще плохо. И уклоняшка, как говорится, нам не помогла. И вообще все фиговенько. Да. Неожиданно, конечно. Слушай, ты посмотри, как Донателло, а? За Бибопчиком повторяет. То есть Бибоп атакует, а Донателло продолжает. Это, кстати, очень круто, что взаимопомощь вот это вот у них... Работает практически на 100%. Это не может не радовать.
Но... твою налево. Всего лишь... сколько? Получается, 5 ступенек всего лишь пролетели. Но это... это очень мало. И смотри, что они стали мне сразу делать, ребят. Они отменили 16-21. А, нет, есть, есть. Я думал, что они все-таки начинают мне пакостить. То есть, если я потерял бойца, то, типа, я слабенький, и давай-ка мы ему дадим что-нибудь попроще. Ну, типа, такая логика. Но я с такой логикой не согласен, потому что это была чисто случайность. Я не ожидал, что Донателло вообще никого не уронит, а он отнял, в принципе, нормально ХП, и морозильную кошку мы в тот раз не добили, которая, естественно, их захиляла, причем по полной программе. Это был, конечно, большой минус в моей битве. Но... но, как говорится, вот сколько мы играем, ребят, никогда не знаешь, чего ждать. Вроде бы уже все до тысячи раз заезжено, все уже проверено, и нифига. Потому что рандом. Ты всегда думаешь, что вот ты победишь, у тебя хай левел, и все будет хорошо. Но видишь, игра показывает тебе с точностью да наоборот, что никогда не расслабляйся, всегда будь начеку. Так, ну здесь, конечно, бесполезно им что-то выделываться. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Бросим флягу. Прекрасно, прекрасно. Так, ну что ж, тогда продвигаемся дальше и смотрим. Нет, мы еще не попадаем в Сёгун 3 звезды, к сожалению, ребята. Возможно, возможно, сегодня попадем в Лигу Мастеров 2 звездочки. Ну, мне бы так хотелось. А уже как оно получится, это неизвестно. Это покажет уже исход этой сегодняшней игры. Так, ну что, Зэк и Махман, в принципе, ребята, это горячая комба. Потому что, ну, сам понимаешь, устоять против двух высокоуровневых персонажей этим лопухам шансов нету. И мы переходим с тобой в Лигу Сёгунов 3 звезды. 92-я позиция. Так. Я, кстати, друзья мои, сидел, вот сидел и думал, стрим, да, стрим начать. А, во-первых, давай начнем так. Если стрим начинать на этом канале, то по какой игре? У нас, во-первых, не будет столько времени. Если, например, в эти черепашки играть, ты сам понимаешь, тут 20 минут и ты все прошел. Я думаю, все-таки стрим буду делать на втором канале и, скорее всего, буду делать стрим по... тем играм, которые я играю. Их там много. И, наверное, все-таки будем там рулить. Потому что, ну, там игры на ПК, как ни крути. Там больше потенциала, там больше, как говорится, действий и возможностей, и времени. Хотя, на самом деле, я не представляю, если даже 2 часа просидеть, для меня это тяжело. Тем более на сухаре. Ну, на сухаре я имею в виду без какого-нибудь расслабляющего напитка. Ну, не знаю. В общем, пишите свои предложения, а я почитаю, и мы как-нибудь определимся, что нам лучше сделать и как. Так, ну что, 78-я позиция, мы переходим с тобой на 65-ю. 65-я. Блин, до сих пор 16-21, эй! Все, бомбим, и 16-21, и никак не можем пройти дальше. Я возьму здесь кожеголового и, пожалуй, железноголового. Вот они вдвоем. Но не стоит радоваться, не стоит радоваться, потому что железноголовый очень медлительный, друзья мои, очень. Он будет ходить, наверное, последним из всех, скорее всего. Да, даже Майки его переплевывает, но это понятно, у него инициатива. Мондагека, по-моему, если не ошибаюсь, тоже, ребята, у него хорошая инициатива. И второй Микеланджело, который фильм, соответственно, тоже выходил бы первым. Поэтому железноголовый остается у нас самый медленный. И, соответственно, он самый последний бы начал ходить. Так, ну что, берем Кренга. Здесь, я думаю, его будет более чем достаточно. Хотя, нет, ну он должен, по идее, 62 уровень положить-то на лопатки. Он, в принципе, как и Маузеры, до 70 уровня должен ушатывать всех. Ну, единственное, тех врагов не сможет, у которых есть защита против техники. Но здесь, видишь, все отлично получилось, и мы двигаемся дальше. Так, смотрим. С 52-й позиции мы перебегаем на 39-ю. Так, 39-я. Ну, давай возьмем Супер Шреддера, наверное, и...
57 и 58. Смех, блин, ребята, ну просто смех. А еще у меня, знаете что, ребята, у меня сбился режим. В этом отпуске полностью расслабился. Теперь я ночью сижу и играю, а днем сплю. Как ни странно, блин. Поэтому порой даже, ребят, забываю сходить в магазин. А когда просыпаюсь, сижу голодный. Вот такая вот проблема. То есть ночью лень готовить, соответственно, на ночь идти куда-то в магазин тоже лень. И вот приходится, как в данный момент, просто сидеть на одном кофе, попивая его и играя, все. Глядишь так за отпуск, еще и схуднул на килограмм 20. Шучу. Не, ну схуднуть, конечно, хотелось бы, ребят, но над желудком своим тоже издеваться нежелательно, согласись. Потому что посадишь желудок, потом все, ребят, восстановить его будет большая, огромная проблема. Так что надо всегда, ребята, как говорится, война войной, а еда по расписанию. И не дают они меж... Во, все, дали, дали. Забирай свои слова обратно, ребята, возьму Ваньку и... Так, подожди, давай, наверное, Ваньку и Джастина. Ваньку и Джастина. Ну, в принципе, что, Ванька с гранатомета, Джастин, если что, будет у нас уже добивать своим... Либо запахом изо рта, либо своим ядовитым плевком. Тут посмотрим, сколько хп останется. Муха добьет, да? Нет, муха не добьет. Да ладно. Ты серьезно? Ты серьезно? Он еще, прикинь, он еще вызвал брундучков. Успел. Ну что, друзья мои, Лига Мастеров. Лига Мастеров, но вряд ли будет сегодня, конечно, две звезды, потому что я смотрю, сколько у нас персонажей осталось, а их осталось шиш, да не шиша, как говорится. Буквально 2-3 поединка, но это сколько? Ну, возьмем мы с тобой ступенек 30 максимум. Ну, где-то до половины дойдем. Будет Лига Мастеров полторы, как сказать, полтора ранга. То есть, смотри, мы сейчас с тобой возьмем где-то 70-ник, да? У-у-у-у-у-у, какой там... Какой там, друзья мои... Тогда вообще все плохо. Я-то... Как они так делают? Я не понимаю, почему так мало нам делают на проходку, а? Почему? Ведь никто не упал. Почему, блин, всего 15 или сколько? Даже 12 ступенек там пролетели. Ну, с какого перепуга-то? Удивительно. Это просто, ребята, удивительно. А чем они тут думают? Как они тут это все... Давай, наверное, сделаем с тобой баф всякий. Так, Шреддер у нас, как ты видишь, отдуплился. Ну-ка. Донни тоже упал. Так, сделаем кислотный плевок. Понизили, как ты видишь, атаку. Это уже плюс. Ну куда ты, Рокстеди, бежишь? Ну хорош, успокойся. Мало ты наполучал в серии про месть Шреддера. В черепашке мы играем, ребят, на втором канале, если кто не знает. Мне кажется, многие не знают про второй канал, скорее всего. И как бы не заходят, не видят. Потому что мы начали там проходить все заново. На втором канале черепашки ниндзя месть Шреддера. Я уже объяснял, почему. Потому что сейвы, ребят, не сохранились, и мне пришлось заново. И проходил я там. В данный момент играем за Кейси. А до этого мы играли за Карайку и... Кто у нас там еще был? И Усаги. И довольно неплохо играли, кстати, да? Довольно прикольно. Я не помню, кто у нас там еще из персонажей. По-моему, мы не играли за Эйприл. Я имею в виду, на этом канале, когда я проходил. Мы же дополнения здесь не были. Вот. А там уже с дополнениями. Поэтому Карайка и Эйприл. Эйприл, да, остается только Эйприл. Потому что если за Кейси уже поиграли. Так что посмотрим, наверное, и ее. Так, друзья, ну что, 63-я позиция. Как я, в принципе, и говорил, полтора ранга. То есть Лига Мастеров одна звезда и почти 50-е место. Почти, в кавычках. Так, ну что, давай забежим в магазин с тобой бесплатно. Откроем пак. 20 тысяч мутагена нам хватит на прокачку нашего Донателло. Как ты думаешь? Так, ну подожди, мы вначале пройдем серию испытаний. Так, так. Так.
Так, и, наверное, вот так. Сейчас мы быстренько пробежимся здесь. Так, у нас опять тут Ксивермонтес. Опять у них, как всегда, ребята, зашкаливает инициатива, как ты видишь. Не знаю, маузеры 80-го ранга, у нас все сотки. И почему у них такая инициатива офигенная, я без понятия, ребят. Тройным укусом, как думаешь, к Севермонтусу пойдет? Мне кажется, нет. Угу, правильно мне показалось. Потому что они здесь какие-то усиленные. Так, и мы переходим на последний заключительный поединок. Ну, естественно, будем применять сейчас все массовые атаки, если они у нас есть. Ну, вот давай сделаем плевок. Да, ребята, я был прав. Этот плевок вешает на них еще и постепенный урон, что очень даже круто. Так, Маузер сделал двойную атаку. Мы, наверное, сделаем ракеты. И остается у нас крысиный король. Бамс. Так, и по поводу, ребята, Marvel Future Fight, по-моему, вы так просили, да? Вот, а что по поводу нее? Если, наверное, кто смотрел и кто следил за моим каналом практически с самого начала, мы ее, ребята, когда-то в свое время играли. Играли довольно неплохо, но потом я что-то залез в какие-то дебри, я потерялся, я даже не понимал, что надо там сделать. Там тоже из-за камня, там тоже прокачка персонажей. Но там как-то все очень-очень-очень, ребят, глобально. Ну, по крайней мере, мне показалось на тот момент. Не знаю, если сейчас вернуться и посмотреть, может быть, все будет и по-другому. Кстати, надо будет глянуть, наверное, скорее всего. Обещать не буду, ребят, но посмотрим. Если будет желание, я скачаю и посмотрю. Если остался мой аккаунт... А, нет, вру, друзья мои. Я вспомнил, почему я перестал в нее играть. У меня слетел аккаунт, и я не смог его восстановить. Я, в принципе, понимаю, почему. Вот. Ну, можно, в принципе, и сначала начать, наверное. Да, давай посмотрим, как у нас там будет время, как чего, как со стримами. Разберемся вначале с этим, а потом уже будет видно, ребят. Так, ну что у нас тут? Че я тут елозю? Я хотел, блин, ежедневное задание, ну, конечно же. Отвлекаюсь и забываю, что хотел сделать. Так, ну что, Донни, ты будешь прокачиваться? Да, ребята, Донни получает 79 уровень. По скиллам, как ты видишь, у него пока норм, 6 уровень. И мы прокачиваем Алапекс, верно? Мы прокачиваем Алапекс, давай попробуем. Так, здесь нужно найти 4 бобины этих. Так, вторая. Угу, только 2. Третья. И последнюю, дайте мне, пожалуйста. Так, последнюю мы нашли и смотрим дальше. 10 номеров. 10 надо нам номеров. Так, один есть, 2. 3. 4. Слушай, 5. Хорошо идут. 6. 7. 8. 9. И последний, дай мне номер. 10, вообще шикарно. Мутагена хватит у меня? 2500 надо, да, хватает, ребят. До второй ступени прокачать массовую атаку Алапекс. Слушай, надо будет всего лишь один скружек найти. Круто, я думаю, мы найдем. И забираем здесь все наши задания. Так, слушай, подожди, сейчас, секундочку. По испытаниям у нас что за день недели? Ну-ка, сейчас глянем, ребята. День недели, вот сегодня только пятница, да? Сейчас 3 ночи. Вот, пятница. То есть сегодня будет открыт у нас, что я не знаю, наверное, эксперт. Там мы обычно с тобой собираем элементы. Так что сегодня, хотя сегодня, кого я обманываю сегодня, наверное, уже будет ночью, завтра, скорее всего. Ну, в любом случае, ребят, серия будет, будем собирать. И надо уже поднапрячься, потому что платиновый осколок, сколько у нас? 220. Плюс 75, это будет 200... 295, это почти 300. Еще 2 недельки и будет 400. То есть и следующий персонаж он у нас перейдет в платиновый ранг. То есть у нас получается, ребята, мы быстрее переходим в платиновый ранг персонажа, переводим быстрее, чем кого-либо прокачиваем по скиллам. Или даже по... Ну, скорее всего, по скиллам, да, ребят. Или даже по уровню. Уровень тоже, ребят, не так легко поднимать, потому что ты видел, сколько мы все это времени тратим, и это довольно медленно. Так, ну что, друзья, на этом, пожалуй, все сегодня. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.